это на самом деле уже показатель того, что и продукция в этой компании, и отношение к людям таково, что с нею хотят работать, с нею хотят сотрудничать. Это очень здорово. Это здорово. Посмотрите, сколько замечательных людей стоит сейчас на сцене. Они сделали... Это же первая ступень, да? Вот это первая ступень, посмотрите, как их много. Это значит, совсем скоро они будут давать еще большие результаты и показывать высокую степень своей активности и энергии. И мужчины, и женщины, те, кто однажды входит в этот бизнес, понимают, что спокойной жизни не будет. Теперь будет работа, настоящая, сильная работа. И как здорово, что вот сейчас здесь те, кто, понимая это, идет вперед, идет к своим новым результатам и вершинам. И действительно скоро, наверное, уже засверкают где-то там в обозримом будущем те самые платины и бриллианты, жемчуга и все остальное. И не только в статусах, но и на руках, и на этих красивых женщинах, в их сережках, в их колье, в конце концов, потому что эта фирма дает возможность людям хорошо зарабатывать. Сейчас я бы хотел пригласить на сцену руководителей этой замечательной компании. Я назову их по именам. Давайте и тех, кто на сцене, и тех, кто в зале, поприветствуем их. Итак, конечно же, президент компании Кайл Копланд. Итак, прошу Кайл на сцену. Генеральный менеджер по Восточной Европе. И, дорогие друзья, бриллиантовый дистрибьютор Джейсон Карманс-Крайс. Бриллиантовый дистрибьютор. Вот они стоят вместе с вами на сцене, друзья. Давайте мы сделаем вот. Сейчас самая яркая улыбка, на которую вы способны, попытаемся запечатлеть вот этот момент, сделать исторический снимок. Итак, уважаемые фотографы с камерами, здесь у нас есть профессионал, который должен внести в историю вот этот замечательный снимок. Кого не видно, ну-ка приподнимитесь на цыпочки. Все лица должны войти в эту камеру. Пожалуйста, мужчины, знаете, вот если кто-то там, девушки пониже, может, приподнимите как-то их поднять. Итак, друзья, сейчас будет сделан профессиональный снимок, такой, который потом в аналы истории этой компании войдет еще неоднократно. Мы будем видеть их каждый раз, когда компания будет собирать на свои замечательные праздники всех нас. Итак, внимание! Улыбка! Итак, фотограф дает рекомендации. Внимание. Так, мы вас слушаем.